Всем привет! Меня зовут Настя Мартынова, я представляю Кемеровскую область. Просто ждать, когда станет теплее, и дышать ни о чем не жалея. Так пускай наступает холодным рассветом на наш новый день. Все останется в этой вселенной, все вращается в этой вселенной. Весь зал окутал меня любовью. Мне не пришлось его завоевывать. И от этой мысли, от этого чувства я настолько расслабилась, что получилось выдать просто еще в 10 раз больше любви, чем я почувствовала из зала. С опытом я поняла, какой материал нужно брать именно мне. Это очень важно. Когда я взяла этот номер, я точно знала, что я покажу свою сильную сторону. А это знание уже дало мне уверенность в том, что я все делаю правильно. Вы снесли своей энергетикой. Вот это очень важно. Это именно невероятный, совершенно как ветер, такая отдача. Это очень здорово. Это самое главное в вас. Песня, с которой я буду выступать в финале, это песня моего авторства. Для меня это огромная честь, для меня это большая награда, что у меня есть возможность выйти и спеть свой материал. У меня впервые за много лет действительно трясутся, все части тела, как в первый раз. Потому что для меня, как для автора и как для композитора, это дебют. Выйти со своим материалом и исполнить его на всю страну. Я безумно волнуюсь. Но я точно знаю, что это один из самых важных и правильных шагов в моей жизни. Я это сделаю и уверена, что меня услышат, полюбят и будут со мной навсегда.